Жанна, пиздец, охуенно. Ребят, Рома настолько возбужден, что у него кровь пошла из носа. Простите, она по дресс-коду. Ребята, мы на Санта-Монике. Так, ребята, давайте жесткий обзор, где обитает Ева. Офигеть, огромный гардероб просто. Yeah, can you show us your house? Так вот внешне выглядит дом Остин. Вот мои любимые друзья посадили меня в багажник. Austin, have you ever tried Porsche before? Never. Мы сейчас едем в приют смотреть Роме собачку. Это какой-то ужас. Сейчас 11:50. Через 10 минут будет день рождения Ромы. И мы все собрались, чтобы поздравить его в 12. Посмотрите, сколько народу пришло поздравить Рому. Рома, пожалуйста, запомни это и как бы, ну, оцени. Вот они. Привет. Привет, Чана. Вот она в шубке стоит. Такая вот. Короче, у нас такой план. Ева будет петь. Что? Степа сказал, что ты будешь петь. Я не буду петь. Что делать? Что там за собака? Где? Это Мия. Привет! Привет, Чана. Привет! Это кто? Это Пальма, малышка наша. Ребята, ой, простите, не понял, быкуешь? Я не могу терпеть больше это все. Друзья, если вы забыли, как выглядит Мишель, вот. Как вы могли забыть? Вот такой вот тортик мы подготовили ему. Написано «Happy birthday». И тут уже кто-то что-то съел. Спрятаться. Нам всем, во все места, которые видите, прячемся. Срочно прячемся. Я вас стоит одна там. Он заходит, снимает маску, не понимает, что происходит, почему она одна. Ева начинает петь «Happy birthday». И на тую мы все вместе встаем и начинаем типа его поздравлять. И все выходим шарами. Ты готова петь? Happy birthday! В общем, кто-то спрятался за столиком, кто-то спрятался вот за диваном. Никита здесь. Ребята вот спрятались в туалете. Вот главный подарок стоит. Я не про это, а вот про это. Привет. Паша вообще вот там. Машинки. Кто-то спрятался вот тут вот. А я так и знал, я сразу сказал, не взрывайте ничего. Блять, стой, снимай повязку. Happy birthday to Друзья, влоги, путешествия, конечно же, идут своим чередом, но нельзя давать своему мозгу настолько сильно расслабляться, потому что уже совсем скоро начало учебного года, поэтому у меня для вас есть ребус, и только 5% зрителей могут его решить. Поставьте сейчас на паузу и попробуйте его отгадать.
Я думаю, вы правильно отгадали. Экзамены! И сейчас будет очень важная информация для тех ребят, которым предстоит сдавать их в следующем году. Знаю, вам сейчас вообще не хочется думать о школе, экзаменах, хочется отложить подготовку на потом. Но у вас, скорее всего, уже появляются мысли, а какие предметы сдавать, а как, а с кем готовиться. Короче, вы теперь можете расслабиться, потому что онлайн-школа EGALAND уже все продумала за вас. Стоп! Если вы сейчас думаете, бла-бла-бла, ясно, реклама, какая-то школа и все такое, то вы ошибаетесь. Вот три факта, которые нужно знать про этих ребят. Во-первых, вдумайтесь, EGALAND уже помог 117 тысячам выпускников поступить в вуз мечты. Более 40 тысяч человек сдали ЕГЭ на 85 плюс баллов вместе с ними. У них 1000 благодарных отзывов. Просто посмотрите, как их ученики реагируют на свои высокие баллы. Второе. Преподы в EGALAND это лучшие репетиторы страны. Гении объяснений сложных тем доступным языком. И хейтеры скучных уроков. Просто посмотрите, как ярко, понятно и главное без воды они объясняют материал. Важнейший метод эмпирического научного познания – эксперимент. Когда мы изучаем исследуемый объект, воздействуя на него. Тор у нас ассоциируется с такой маленькой злой собакой. Почему? Потому что у него один из самых маленьких радиусов. И он реально очень злой. Он очень хорошо отнимает электроны. Разрушительность будем изучать на примере ЧБД. Рустам рептилоид. Да, вот этот его знаменитый вопрос. Зачем приходил? Чем хотел? Это и есть риторический вопрос. Он не ждет ответа. Он просто его задал, как выразил эмоцию. Третье. EGALAND это то место, где на тебя не похер. Это не просто куча нудных записанных уроков, на которые уже даже не можешь смотреть. Тут тебя возьмут за руку, выявят слабые места, помогут. Если надо, дадут пинка, поддержат, пройдут с тобой весь учебный год и доведут до результата. Это самое главное. Как говорят ребята, которые там учились, EGALAND это лучшее, что может с вами случиться в 9 и 11 классе. Кстати, сейчас можно записаться на будущий учебный год по очень выгодным ценам. Ссылки будут в описании. И вишенка на торте. Преподы EGALAND ведут бесплатные телеграм-каналы, где каждый день делятся полезной инфой для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ уже сейчас. Это прям рекомендация от чистого сердца. Это 100% сэкономит вам кучу нервов, а главное времени. Не потеряйте эти каналы, прямо сейчас подпишитесь, чтобы потом не жалеть. В общем, все приехали только чтобы поздравить, и уже все уходят, потому что завтра начнется уже реальная тусовка. Ну а я остаюсь здесь, потому что я здесь живу вместе с ребятами. Ребят, Рома настолько возбужден, что у него кровь пошла из носа. Рома, закрой глаза. Рома, открывай глаза. Давай. На день рождения Ромы. У нас дресс-код это поцелуйчики, поэтому я сегодня решила полностью стать поцелуем. Я вся в красном. И, конечно же, я опаздываю, как всегда. Сюда. Итак, ребята, сейчас Ева будет меня целовать. Ребята, знакомьтесь, это парень Евы. Вот Ева, это его друг. Hi. Quentin. Nice to meet you. Quentin. Hi. Chana, nice to meet you. Wow. American boys. Right. Они вот так вот выглядят, друзья. Oh, okay, you are Russian boy today. Yeah. I'm Russian. Tonight I'm Russian. Tonight. Сука. Oh. Бабушка, grandpa or something. Okay, good job. Вот, ребята, пришла Ника.
Но не по дресс-коду, нет поцелуя, поэтому... Подожди! Поэтому, ну, придется тебе потерпеть мой поцелуй. Чтобы вы понимали, тусовка, точнее, день рождения Ромы проходит наверху. Посмотрите. Вау! Вау! Это мы с Чаной тебе дарим. Это вы с Чаной? Это я. Дарим тебе вот такой вот подарочек, Рома. Мне сейчас нужно открыть. Рома, Роман. Как хочешь. Ну ты как хочешь. Можем? Ну как хочешь. Я везде задержусь, я никакой подарок не открываю. Тогда не открывай. Давайте потом сделаем анпакинг дома. Да. Рома, ну смотрите, как красиво. Дорогие друзья, Лиана в здании. Ни хера, это камера? Да, то есть я тебя не удивляю. Не, подожди, я тебя очень часто сейчас видела в сторис. Все, привет, я Лиана, в принципе. А мы сейчас не знакомы. Да? Тебе нет такого, что когда ты кого-то часто видишь, такое ощущение, что вы уже друзья, фрайс, блядь, на все веки, общаетесь 5 лет, 10 там. Вот вас спасите. Вот русский. Итак, друзья, Мишель в здании. Ладно, я Мишель. Когда услышала русские песни, я поняла, что идти сюда. Друзья, вообще, заплатите мне за это. Я переведу Еве. Простите, она по дресс-коду. Она пришла по дресс-коду. Очень красиво, Ев. Очень-очень красиво. Сейчас очень мэчишься с этим. Посмотри, просто в камеру. В общем, готовим тортик. Сейчас будем поздравлять Рому. Да, Степ? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Roma. Happy birthday to you. Спасибо, я даже не знал. Итак, друзья, новый день, новый влог. Всем добрый вечер, доброе утро, добрый день. Сегодня мы отправляемся в Санта-Монику. Мне кажется, когда я увижу Санта-Монику, мне будет казаться, что я в GTA. Мы это прокатимся на колесе обозрения, да? О, а там же есть какие-то аттракционы? Да. Ты пойдешь? Да, пойдем. Ребят, мне 25 лет. Мне нужно, ну, я хочу... Тебе нужна собака. Мне нужна собака. Я хочу воспитывать... Тебе нужна собака. Я надо готовиться к ребенку. Ребята, мы думаем, как назвать будущую собаку Рома. Шарик. Или Вовчик. Шарик классный, прям. Или Тузик. Тузик. Нет. Ну вот, Шарик это прям дворняжка, как будто бы. Ребята, жесткая пицца. Гавайская. Вот такая. Гавайи. Норм. Чуть-чуть. 500 рублей. 500 рублей за пиццу, за кусочек пиццы, пиздец. 500 рублей. Пельмени даже попробуйте. Ребята, кто тоже любит гавайскую пиццу, пишите коммент. Ребята, мы на Санта-Монике. Вот такой вот красивый вид. Кто играл в GTA? Скажите. Вы помните? Офигеть! Ребята, that's crazy! Я как будто реально в GTA. Какого хуя? Это очень странно. Это очень странно. Я смотрю на эту улицу, и я прям вспоминаю, что я в GTA херачилась на своей красотке машине за несколько миллионов рублей. Вот по этой дороге. Ты не смотрел? Это так красиво, ребят, так кайфово, и даже не знаю, как передать. Ребята, это настоящий океан. Тут так классно, такая атмосфера прям очень прикольная. И это реально GTA, я в шоке. Итак, друзья, мы идем на Pacific Wheel. На сегодня это наша карета. Ну что, ребята, мы чаем? Мы чаем. Так красиво. Вот эта дорога отсюда началась трасса, которая ведет из LA до Нью-Йорка.
Это сумасшествие просто. Прикиньте, вот именно вот отсюда началась эта трасса, я найдет прямо, прямо вот туда до конца. Доброе утро, друзья, и это новый день, а значит новый влог. Мы сегодня с ребятами отправляемся в Биг Бер, Большой Медведь. Большое пиво, Биг Бер. Большое пиво? Биг Бер. Биг Бер. У нас там полный пакет Баленсиага Биг Бер. У нас вот такой вот стильный пакетик из местного ЦУМа, а вот в пакетике Баленсиага, для пакета ведем пиво. Везем, в общем, Биг Бер. Это такой город, где есть снег, и обычно богатые американцы туда ездят увидеть снег, просто почилить, покайфовать. Да, город в горах. На самой вершине. На самой вершине. Там и там у парня Евы есть дом, поэтому мы все едем туда, просто освежиться, посмотреть на горы, и вообще они хотят мне очень сильно показать американские игры, а я хочу показать вам, ребята, как же в Америке тусят, бухают и, ну, веселятся, в принципе. Блин, если честно, я в шоке, мы отъехали только минут на 30-40, а тут уже совершенно другая местность, другой пейзаж. Тут уже горы. Я как будто в Казахстане. В очень богатом Казахстане каком-то. Степа говорит, смотрите, какой идеальный газон. Так, ребята, давайте жесткий обзор, где обитает Ева Миллер. Ну что, давай, где живешь, рассказывай. Комната животных. Привет, тебя как зовут? Этот Солт. Это типа pepper, типа salt and pepper. А, смотрите, кролики, Ева. У Евы есть кролики, я в шоке. Друзья, вот это кухня Евы. Черепашки. Офигеть. Они вдвоем спят, милые. Видишь? А вот, но они вот так вот не чувствуют, да, наверное, ничего? Реально? Конечно. Смотри, она огромная, она была меньше ладошки. Офигеть. Ребята. О, у нее лапки шевелятся. Ой, она вылезла, смотрите. Тут тоже срочно мама пока обитает, она себе покупает всякие новые вещи, то все застынет. Ага. Тут тоже срочно, потому что у меня тут мастерская. У меня тут все мои эти компоненты. Прикольно, прикольно. Ну, короче, там просто очень краски, много всего. Краски, смотрите, да. Офигеть. Очень мило. Тоже срать, потому что я же так. О, ну... Пускаю. Тут типа светло, но я никогда окна не открываю, потому что я тут ночью только. Слушай, это классическая комната девушек, я думаю. У меня тоже вот так вот лежит все дома. Это типа верхняя одежда, которую мне нужно повесить, но я ее вешу в другой шкаф, в другой комнате, потому что нет. У тебя такой большой этот стол прям. Потому что у меня тут слева всякие бумажные, фломастеры, всякие рукоделия, тут только смотрите. Это обычно тут красиво, когда вот руки лежат. Тут вот этот рейл, свет мне иногда огромный, когда меня зовёт, потому что он огромный. Офигеть, огромный гардероб просто. Привет. Блин, класс. Так, ну, есть ванна, вот так, да. Так, огромное количество сумок у Евы, блин. Я представляла твой дом по-другому. Реально? Да. Ещё одна. Там все для вещей, я прячу много такого, знаешь, типа, что я сама делаю. О, ну холодильник наполнен, это вообще супер. Мы из изготовления. Это фейк-напиток. Испугалась, думала. Блин, ребята, посмотрите, выглядит как настоящий, скажите. Как коктейл. Да, а пончик. Из глины. Это ебанутая. Ева. Ром, не беги за ним, Ева сказала. Если Ева что, сказала не бежать за ним. Каспер убежал только что. Вот он. Не беги за ним, не беги за ним. Ром, выходи. Все, достать его. Просто, чтобы вы понимали, Рома только на секунду открыл дверь, и Каспер просто пью. Да. У тебя такой ебать. Ты просто такой. Он просто знает, что убегать, он меня вообще не смеет. Он знает, что вот новые люди, они тебе мешают. Просто, он как пуля, я даже не успел сообразить, что случилось. Честно, не знаю. А где он был, блядь, вообще? Тут внизу. Я там внизу наверху забыл. Я умываю. Ты намывал его. Сейчас мы уже сели в машину Евы, сейчас поедем к Остину, к парню Евы. И посмотрим,
его дом, да, Ев? Экскурсия проведется? Так интересно, где живут американцы, трушные прям. Да, у него прям такой американский дом. Я бы хотел тоже еще раз посмотреть на его дом. Hi, Austin. Привет. Привет. Yeah, can you show us your house? Oh my gosh. Please. Let me clean my room first. No. You want a tour of my house? Yeah. Okay. Let's go. First, you have to meet the dog. Oh. Привет. Привет. Laundry. Это реально очень американский дом. This is the little gym, office. Окей. Вау, как красиво. Ребята, это кухня Остина. Is it a pool? Да. Ребята, там бассейн. Это их кухня. I know, I'm just so excited. This is the family room. Mm-hmm. Oh, it's a bar. Wow. I just saw like every American's house have a bar. Is it true? It's true. This table we never use. Is it you? Yes. This is where we open presents on Christmas. Nice. Wait. Are you using this place only like on Christmas? Only on Christmas. On Christmas. Yeah. That's crazy. Итак, идем наверх. This is master bedroom. Комната его мамы. Wow. This is the game room. Wow. Казино? That's crazy. No way. Это вид с балкона. Баскетбольная площадка. Этот дом как будто реально из сериала какого-то фильма. Как из фильма. Это комната Остина. It's my messy room. Но не могло быть вид на горы. Там когда оленя приходят, они всегда их снимают. Там. Реально? Да, вот они типа там с травкой, они всегда туда приходят. У них типа идеальный вид. But your table is clean. My work is clean. Yeah. Ванная. And this is my guest room, but I use it to store all my clothes. Okay. This is for the dirty laundry. Look. Dirty underwear. No way! It's going down there. Why? Пиздец. Вау. Ребята, и она падает в шкаф. Оттуда! Вау! That's crazy, I love it. А вот так вот внешне выглядит дом Остина. Скажите, он такой американский, это как будто из сериала, как будто из фильма. Вот кто такой же дом строил в Sims? Пишите в комментариях. Ну что, ребята, едем в Big Bear. Вот мои любимые друзья посадили меня в багажник, поэтому все хорошо. Но на самом деле мне тут не так уж и плохо, потому что смотрите, я лежу просто. В общем, ребят, вот в Америке есть такой вот pink drink в Старбуксе. Он невероятно вкусный. Смотрите, уже снег. Вау. Смотрите, сколько мы накупили. Ребята уже половину, конечно же, засунули в холодильник. Все. Мы сейчас будем все вместе готовить борщ и показывать Остину, что такое борщ. Он пробовал когда-нибудь его? Остин, have you ever tried борщ before? No. No, Ева! Почему ты еще его не показала? Я не готовлю супы. Смотрите, как красиво. Это как cotton candy. First ingredient, onions. Мясо. The meat. Короче, ребята, мы снимаем уже 2 часа. Yeah. И мы 2 часа ждем борщ. Степа как мама следит. Итак, друзья, борщ готов. Девочек, ты будешь чуть-чуть? Короче, ребята, мы только что начали играть в американские игры. Я сейчас вам покажу. Просто. Эта игра заключается в том, чтобы кидать кости. И если попадется 7-11 или doubles, вот. Кто ты должен убить? 11! Оу! Ууу!
I'm thirsty. Сколько? О, дабл! It's дабл! Давай, чем ебашь ты такой? Снимай его руки, снимай его руки. Что получилось? Ребята, сейчас мы будем играть в игру с картами. Эта игра просто какая-то сумасшедшая, потому что она, ну, она, это специфика больше на английский язык. Типа, если тебе попадется два, то это you. Потому что two, you. Там three. Потому что это похоже на и, это типа ми. Вы можете вот посмотреть, и мне кажется, это очень веселая игра. Я сейчас попытаюсь вам показать, как это будет сложно показать, потому что это будет типа вот так вот. То есть мы должны будем просто, да, вытягивать по одному, и вот что попадется. Главное не разрушить круг. Ты не можешь вытянуть и разрушить, потому что это потом... Вот Остин вытянул, и это десятка. Он говорит какую-то категорию, условно... Животные. Животные. И мы все должны говорить... По-разному животному. Да. Yeah, let's start the game. And I picked beer. You got it? Corona! No, I want to say Corona. Say another one. I want to play. All right, all right. Wait, wait. Five. But. Four. But. But what? Red one. What? 5, 4, 3, 8, 5. Oh! Pull it out. Okay, it's a Thai beer. It's called like Chang. Okay, Chang. Do you have cheese pizza называли? What's your name? Like my name, yeah. Покажи карту. Name someone. Natty light. Like. Pick somebody to drink. Okay. Я должен выбрать. Mm-hmm. Chang. Ага. Uh-huh. Like страх, да, что нужно? Yes. Ева попалась очень плохая карта. Смотрите, какая Ева силачка, ребят. Остин, your girlfriend is Russian, you know. That's crazy. That's crazy. Yeah! Ева, как тебе? Я не могу дышать, потому что я закрытым носом и до сих пор не могу, блядь. Ну что, ребята, мы едем в Supreme. Смотрите. У нас одинаковые панамки. Мы решили сегодня быть Jack Mews. В общем, мы едем в Supreme, потом мы поедем в Skims, посмотрим вообще на одежду Ким Кардашьян. Так интересно. И так интересно еще померить. Надеюсь, в ее одежде у меня будет идеально. Что ты хочешь там купить? Ну, что-то облегающее, типа, знаешь. Я вот трусы хочу. Вот Рома хочет трусы. От Кимусика. Ребята, мы приехали в Supreme и посмотрите, какая здесь очередь. Это полный пиздец. Надеюсь, мы дождемся, и будет забавно, если мы сейчас будем минут 30 ждать, зайдем, и там не будет абсолютно ничего, что нам нужно. Сейчас будет наша очередь, и мы с Ромой уже ждем, не дождемся, чтобы потратить денежки. В общем, я помню, как в 2019 году все безумно любили Supreme. Они сказали, что там нельзя внутри снимать. Поэтому я покажу вам, что мы купили потом. Итак, друзья, мы уже вышли из магазинчика. Не с пустыми руками, а с трусами Supreme! У Цуприка Supreme! Да, Рома очень о них мечтал, хотел очень сильно именно эти трусы. И купила себе. А я купила себе... вот такую вот черную зипку, чтобы мне не было холодно, ну и чтобы красоваться, конечно. Здесь вот такой вот лого Supreme. И на рукавах, и сзади такие вот интересные принты. Попозже вам покажу еще точно в видео, что я купила в Америке. Вот. А сейчас мы едем в Skims. Тоже будем... за трусами. Тоже за трусами, да. Приехали в торговый центр. Гроф. Это торговый центр, который находится на улице. И вот здесь вот я была в этом Apple. Ты была? Да. В этом Apple я была. Это самый большой Apple? Да, большой. Это типа именно Valley. Самый большой. Да. А сейчас мы идем к Ким Кардашьян. Короче, ребята, вот этот Nordstrom. Это местный ЦУМ. Ну что, мы нашли наконец-то Skims. Посмотрите, как все мило выглядит. Очень, если честно, красиво. Ну, по качеству я могу сказать, что на самом деле обычно качество неплохо. Одни трусы стоят 18. В общем, по качеству могу сказать точно, что это намного лучше, чем H&M. Но не могу сказать, что что-то прям особенное, но приятное. Лучше, чем Victoria's Secret. Ну да, лучше, чем Victoria's Secret точно будет. Я хочу боди, если честно, сильно. Ребята, у Skims есть особенность. Удобство.
Не знаю, я не знаю. Для проветривания. Для проветривания, походу. Это, наверное, удобно. А может быть, это не только для проветривания. Просто а для чего? На туалет чтобы удобно. Подписить? Да. Думаешь? Ну, третий вариант напишите в комментариях. 90 стоит со скидочкой. Ебать. XS. Ребята, вот. Обтягивающее. Посмотрите, какое оно маленькое. Просто вот на мне. В общем, да. Мы сейчас пойдем вот это померим. Мне так интересно, как оно на теле лежит, сидит. Ребята, я не знаю, как это надеть. Очень сложно. Я надела ее. И вот мое тело выглядит вот так вот. Но я не знаю. Но как будто оно утягивает, да. Но фиг знает. Не пойму. А что оно прозрачное какое-то? То есть все равно, если у тебя нет какой-то офигеть талии, то я не пойму. Ты там сейчас покажешь или не хочешь? Я не понимаю. Я не понимаю, на меня типа жало или нет вообще. А это что? Это от моих рук просто. Как-то... Как будто бы за... оно... За 7 тысяч рублей какая-то хуйня. Если честно. Ну, я не знаю, может, я жирнее выгляжу без этого. Хз, Чан, конечно, оно тебе не надо. Мне оно не надо, да? Вообще. Ну что, ребята, этот день настал. День Икс. Мы сейчас едем в приют смотреть Роме собачку. И, конечно же, очень надеемся, что Рома возьмет себе собачку, да, Рома? Вот он, док-центр. Так, ребята, это оказалось не то место. Она сказала, что вот в этом сером билдинге. И может посмотреть на собачек. Ром, ну скажи. Я не знаю, что говорить. Волнуешься? Да. Я говорю, у меня уже послеродовая депрессия. Хотя еще я еще не родила. Итак, вот оно. Хай. Хай. Итак, друзья. Смотрите на этого. Ну не, они же большими будут. О, смотрите, какие слова. Идем смотреть дальше. Привет. 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 Блин, да, они все такие красивые, их так жалко всех. Хочется всех взять домой. А вот как таких огромных? Я заплачу. Ну, вот из всех, что я увидел, вот этот мне больше нравится. Ну, такой старый, 7 лет ему, да? Да, 7 лет, это уже прям взрослый. Блин, а почему интересно его... Почему он здесь? Не знаю, тут все собаки очень хорошо ухоженные. Они хорошо выглядят. Они милые. Ром, вот твоя же! Твоя стоит! Мексики. В общем, ребята, мы сейчас едем в другой приют. К сожалению, тут собаки, они все очень большие и взрослые. Да, и никто, ну, конечно, понравился та, которая питбуль. Которой 7 лет, да? Да, ну такой клакса. Такой милый. Вообще их всех так жалко, пиздец, просто. Рома сейчас заполняет какую-то регистрацию. Вот тут типа спрашивают у него, с кем он делит квартиру, сколько человек, сколько им лет, в общем. Итак, друзья, это уже наше третье место, куда мы идем. Идет, если что, дождь. Такой, знаете, мелкий-мелкий дождь, и прям в лицо так неприятно, поэтому простите за то, что я морщусь. Ну, в общем, сейчас пойдем смотреть на собачечек снова. Потому что все-таки Роме нужно сделать хороший выбор. В общем, ребята, нам сказали, что там нет собачек, есть только кошки. Это был очень странный диалог. Вышел мужчина, который как будто ничего не знает, но если он так сказал, то что? Что мы можем сделать? Тоже. Это а тоже. Почему такие? Они же бойцовские.
шутки добрые, такими глазками. Но они хорошие. Они, я читал, типа, они, не знаю, даже не по-совски, все равно они очень добрые. Но все собаки добрые. Я представляю этих двух. Ух ты! Чел! Ты огромный, офигеть! Это его игрушка! Боже, какой сладкий! Блин, я теперь не знаю, бро. Боже, какой сладкий! Ну, я рад, что не питбуль, потому что питбуль это прям немного, мне кажется, перебор. Ну что, пойдемте спрашивать. Пойдемте спрашивать. В общем, ребята, Роме очень понравилась вот эта собачка, смесь таксы, корги, овчарки. Какой там смеси только нет. Вот, нам сказали, что, скорее всего, только в пятницу ее можно забрать. Поэтому, я думаю, Рома будет каждый день просто чекать сайт, можно ли ее забирать уже или нет. Мы снова приехали в самое первое место, потому что Рома не может забыть ту самую собачку, Вовчик. Которую мы, да, мы назвали ее Вовчик. Погнали, Ром. Ты волнуешься? Да, я надеюсь, что он там еще. Да. Он как будто только проснулся. У него ссадины на мордочке. Что-то, покажите. Ребята, мы просто сидим, смотрим грустное видео и плачем. Хочешь посмотреть? Да. Как этот песик? Как Вовчик. Я не слышал. Это какой-то ужас. Хай, хай. Так, друзья, нам сейчас приведут Вовика, роботу, да. И мы пойдем с ним гулять. Ребята, так было неловко, я был заплакан, я кушал. Там есть видео. Просто, блин, что мы подумали, интересно? Я думала, что у тебя что-то случилось. Такое вот помещение для встречи с собаками, посмотрите. Вот здесь вот. Ром, расскажи первые эмоции. Я переживаю очень. Переживаешь? Да. Нет, ты переживай, но не переживай, что на тебя накинется. Нет, я не переживаю, что она накинется. Я, в принципе, переживаю, что это, вот сейчас это будет просто... Это уже вот идет. Я как в фильме. Знаете, как будто «Жди меня» передача. Ты усыновлять сейчас будешь ребеночка, понимаешь? Возможно, да. Трогай. Я ничего не чувствую. Не могла бы для драмы сказать «О, Боже!» Боже, твое сердце прыгает в грудь. Ну и ладно, я не настолько сердце. Еще пока что переживаю. Но я сейчас когда увижу, это будет просто... Ты хрюшку маленькую, да, лапу. Я не понимаю, как он будет посетить. Вот, ну, вот она, вонючка мама сейчас будет. Сидит. И сейчас я впервые наблюдаю картину, как кто-то снимает. Я тоже наблюдаю. Чего ты? Ну, как кто-то берет из приюта собаку. У работы, ребят, история непонятная. Ее нашли на улице просто. Его. Его нашли на улице, он сидел в одном сначала приюте, потом вот во втором. И получается суммарно 6 месяцев просидел в клетке. Но история, конечно, не очень. Это получается кто-то выкинул, наверное. Либо он сбежал. Либо он сбежал. Вот,